Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как подключить правильно блок питания от компьютера. Для начала на проводах все фишки я отрежу. Куча отрезанных проводов нужно найти коричневый или зеленый провод. И какой-нибудь из этих проводов нужно подключить к черному проводу. И тогда блок питания заработает. Если таковых цветов на проводах нет, как в моем случае, тогда блок питания нужно разобрать. В верхней части блока откручу 4 винта. Крышку сниму. Черный многожильный провод отрежу от нижней розетки, оставив два небольших провода. Выходящие провода от розетки зачищу. Отрежу два провода от верхней розетки, оставив небольшие концы. Отрезанные провода зачищу. Параллельно друг к другу от двух розеток провода соединю. Достаточно их скрутить между собой. Изолентой заизолирую. Крышку обратно установлю на блок питания и ее прикручу. Хочу обратить ваше внимание, на каждом блоке питания наклеена вот такая наклейка. Это схема проводов. Точнее, выходящего напряжения из них. Все указано по цветам, написано на английском языке. От 5 вольт до 12. Все готово, пришло время испытаний. Зачищу я несколько проводов. Блок питания подключу. Достаточно вставить вилку в розетку. Вентилятор сразу начал свою работу. Для начала подключу двигатель на 12 вольт. Все черные провода – это минусы, а цветные провода – все плюсы. Теперь подключу 12-вольтовую лампочку. Она загорелась в полнакала. Провод попался на 5 вольт. Сейчас подключу другого цвета провод. Лампочка загорелась на 100%. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.